Привет, мои хорошие! И с вами я, Светлана Ата, а это руководители ансамбля из Тбилиси, из Грузии, летящие грузины. Они передают вам огромный привет, и мы надеемся, что скоро увидимся еще раз с ними, то есть в следующем году на цитрусовом фестивале в Мессине 2020 году. А сейчас они уезжают, пожелаем им счастливой дороги, ну а вы смотрите выступление их ансамбля.